Приветствую всех на колоссальной кухне. Хочу напомнить, что я готовлю низкокалорийные блюда. Питаюсь я по метаболической системе. Метаболическая система питания. Что это такое? Каждые 3-4 часа я кушаю белки, углеводы и клетчатку. Давайте вспомним все вместе, какие продукты относятся к белкам. Это мясо нежирное, мясо птицы нежирное, это нежирные сорта рыбы, морепродукты. Это обезжиренный творожок, зернистый или мягкий. И это яичные белки. Это все группа белки. Дальше. Углеводы. Это все хорошо разваренные каши и макароны. И все готовые, приготовленные овощи. Жареные, вареные, вареные, пареные, тушеные овощи. Это все углеводы. И группа клетчатка. Это все сырые овощи. Зелень и сырые овощи – это все клетчатка. Исключение из всех продуктов – это грибы и свекла. В них очень много пектина, поэтому грибы и свекла всегда клетчатка. Здесь все понятно. Итак, каждый прием пищи мы кушаем. Собираем метаболическую тарелку. Что это такое? 100 грамм белка, 100 грамм углеводов и 150-200 грамм клетчатки. И если мы вот так будем питаться низкокалорийными продуктами, каждые 3-4 часа мы будем скидывать вес. Идем дальше. Картофель. Кто сказал, что когда мы худеем, картофель кушать нельзя? Можно и нужно. Другое дело, что картофель лучше употреблять молодой, но он не всегда есть. Ничего страшного. Можно взять такой, какой у вас есть. Сегодня я готовлю несложное блюдо. Картофель. Домашнему? Да, по-деревенски. Поехали! Я картофель очистила от кожуры. Делю картошечку пополам и еще раз пополам отправляю в кастрюлю с водой. Картошки средней величины. Пополам, еще раз пополам. Всю картошечку в водичку. Добавляю соль в кастрюлю, лавровый листик и немножечко лимонной кислоты. Отправляю на огонь. Как только закипит, 3 минуты варить. Слила воду, добавляю чайную ложку сухого чеснока. У меня копченая паприка, можно карри по вкусу. И любые травы, любимые. У меня хмели-сунели. Немножко маслечка. И хорошенечко картошечку перемешаю, чтобы каждая картофелинка была в приправе. Вот так хорошо, замечательно. Дальше форму. Брызгаю маслечком и отправляю нарезанный картофель уже с приправами в форму. Все-все-все картошечки. Отправляю запекаться 180-200 градусов примерно 30 минут. Готова наша картошечка. Ура, ура. Так, сейчас ее разломаю. Ах, внутри пропаренная сверху корочка. Беру мягкий творожок, добавляю немножко перца, соли по вкусу и чесночок, да, перетертый. Можно добавить травки, мороженые или свежие. Подаю соусом. Картошечка запеченная по-деревенски. Прекрасный углевод. Берем 100 грамм этой картошки в прием пищи. Добавляем обязательно белок, рыбку или мяско и обязательно сырые овощи, можно в виде салатика. Кушаем по метаболическому принципу и худеем. Будьте здоровы! Пока-пока!